Отношения между Чувашской республикой и Республикой Крым вышли на новый уровень. Накануне в Крыму в местном парламенте встречали делегацию из Чувашии. Итог – подписание соглашения. Сотрудничество двух республик началось сразу после возвращения Крыма в состав России. Продукция ведущих предприятий электротехнического кластера Чувашия «Экра», «Бреслер», Чебоксарский электроаппаратный завод использовалась при восстановлении линии энергоснабжения в Крыму. Сотрудничество продолжается и в рамках строительства второй очереди энергомоста. Правительствами Чувашской республики и Республики Крым уже в 2014 году, в сентябре, 20 сентября, подписано соглашение в области и промышленности, в области обмена научно-техническими знаниями, в области, значит, социальных и культурных взаимодействий. Это уже соглашение работает. Будем подписывать межпарламентское соглашение, направленное прежде всего на улучшение законодательства на уровне регионов. Отдельное внимание в ходе диалога стороны уделили вопросам социально-экономического выравнивания и развития территорий. Мы, конечно, вышли уже совершенно на другие качественные показатели. У нас растет очень серьезными темпами валовый региональный продукт. Промышленность растет, по сельскому хозяйству очень хорошие показатели. У нас со многими регионами уже выстроились устойчивые экономические отношения. Крым – интересные регионы как для вложения инвестиций, так и для отдыха и многих культурных обменов. В общем, есть чем заниматься на межрегиональном уровне. Расширение сотрудничества позволит усовершенствовать федеральную и региональную законодательную базу. Межпарламентское соглашение будет включать в себя подготовку совместных общих обращений, анализ нормативно-правовых актов и осуществление контроля за исполнением законов. Татьяна Филатова, Республика.